Тут надо дать должное, наши кибербезопасники в локальной истории всегда, надо дать должное, мы умеем подковать блоху. И в этом части всегда, когда речь касается локальных историй, мы всегда достаем Касперского и показываем его всем. Но когда дело касается системной безопасности, мы всегда слабее в этой части. Поэтому все сильно зависит от... Мы все под угрозой, да? Но там всегда история, все системы дают ошибки, но любая система характеризуется временем исправления ошибки. То есть код настолько сейчас сложен, что утверждать, что это будет работать всегда, нет. Должны быть четко отработаны процедуры восстановления, к этому надо готовиться, не требовать от разработчиков 100% безопасности, нереалистичная история совершенно. Да? Главное – время реакции на ошибку, то есть и последствия, которые обязательно будут возникать.